Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. В то время как известная актриса Ханде Эрчел вышла на первый план своей личной жизнью, ее звезда сияла в последние дни. Молодой актер, который уже давно сделал себе имя со многими известными именами, сделал себе имя благодаря любви, которую он имел со своим возлюбленным Керемом Бюрсином, с которым он расстался в прошлом году. Расставание дуэта расстроило фанатов и потрясло таблоидный мир. Красивая актриса, которая влюбилась в бизнесмена Хакана Сабанджи после Керема, до сих пор состоит в отношениях с Хаканом Сабанджи. Последние заявления Ханде Эрчел говорят о том, что у обоих актеров может начаться новый период в жизни. В последние несколько дней Эрчел откровенно поделился своими мыслями о браке. Знаменитая актриса сказала: «Как и все остальные, я, конечно, подумываю о замужестве. Но я думаю, что сейчас мне следует сосредоточиться на своей карьере. Я думаю, что сделаю этот шаг с нужным человеком, когда придет время». Хотя это заявление делает ее поклонников счастливыми, именно ее бывший любовник Керем Бюрсин заставит Ханде Эрчел улыбнуться больше всего. Керем Бюрсин и Ханде Эрчел завоевали широкую аудиторию как в Турции, так и за рубежом благодаря своим успешным выступлениям в сериале «Сенкал Капэм». Личная жизнь дуэта была столь же замечательна, как и их химия в сериале. Однако их отношения закончились из-за плотного рабочего графика и давления со стороны средств массовой информации. После этого разрыва оба актера сосредоточились на собственных проектах и хранили молчание после разрыва. Можно сказать, что это заявление Ханде Эрчел о замужестве согрело сердце Керема Бюрсина. После расставания оба футболиста не сбиваются с пути и готовятся к новым начинаниям. После этого заявления в социальных сетях болельщики пожелали обоим игрокам счастья и дальнейших успехов в карьере. Заявление Ханде Эрчел о браке мы увидим в будущем, но можно сказать, что пока оба актера счастливы и их пути разошлись. Журнальный мир внимательно следит за этим развитием событий и, похоже, продолжает делать прогнозы о том, что может произойти в будущем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. В то время как известная актриса Ханде Эрчел вышла на первый план своей личной жизнью, ее звезда сияла в последние дни. Молодой актер, который уже давно сделал себе имя со многими известными именами, сделал себе имя благодаря любви, которую он имел со своим возлюбленным Керемом Бюрсином, с которым он расстался в прошлом году. Расставание дуэта расстроило фанатов и потрясло таблоидный мир. Красивая актриса, которая влюбилась в бизнесмена Хакана Сабанджи после Керема, до сих пор состоит в отношениях с Хаканом Сабанджи. Последние заявления Ханде Эрчел говорят о том, что у обоих актеров может начаться новый период в жизни. В последние несколько дней Эрчел откровенно поделился своими мыслями о браке. Знаменитая актриса сказала: «Как и все остальные, я, конечно, подумываю о замужестве. Но я думаю, что сейчас мне следует сосредоточиться на своей карьере. Я думаю, что сделаю этот шаг с нужным человеком, когда придет время». Хотя это заявление делает ее поклонников счастливыми, именно ее бывший любовник Керем Бюрсин заставит Ханде Эрчел улыбнуться больше всего. Керем Бюрсин и Ханде Эрчел завоевали широкую аудиторию как в Турции, так и за рубежом благодаря своим успешным выступлениям в сериале «Сенкал Капэм». Личная жизнь дуэта была столь же замечательна, как и их химия в сериале. Однако их отношения закончились из-за плотного рабочего графика и давления со стороны средств массовой информации.
После этого разрыва оба актера сосредоточились на собственных проектах и хранили молчание после разрыва. Можно сказать, что это заявление Ханде Эрчел о замужестве согрело сердце Керима Берсина. После расставания оба футболиста не сбиваются с пути и готовятся к новым начинаниям. После этого заявления в социальных сетях болельщики пожелали обоим игрокам счастья и дальнейших успехов в карьере. Заявление Ханде Эрчел о браке мы увидим в будущем, но можно сказать, что пока оба актера счастливы и их пути разошлись. Журнальный мир внимательно следит за этим развитием событий и, похоже, продолжает делать прогнозы о том, что может произойти в будущем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.